Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Олимбет – народный букмекер. Будет первый удар. Будет первый удар. Он, кстати, оказался опаснее, чем казалось бы. Да. Давай, Дима. Мы комментируем глубины. Еще пас. Максимально. Здорово. Хорошая атака. Сейчас убила. Может быть, выход один. Нет, не будет. Выход один на один. Будет дальний удар. Максим. Лицом! Сядь, мячом. Снова сядем. Что будем делать? Проникает штрафную. Хорошо. Стеночку с холмом. Но... Закончилось. Бакая с мячом. Удар. Хорошо, сядь, мув! Здорово, назад! Быстро, а ну-ка, удар! Браво, Алексей! Два игрока Рубина. И идет один атака. Лобовицкий дает пас на Германа. Герман, это выход один в один. И это гол! Герман Анука забивает первый гол казанского Рубина на сборах в Турции. Было уже у Германа в этом матче две, по-моему, таких практически 100% попытки, но вот с третьей Герман все это реализовал и использовал. Хорошо, пройти пас, но не пришлось. Сейчас Индон просит мяч в центре поля, хотел сказать, Герман в центре половины поля все-таки, сяд мячом. Пас на фланг. Александр Зуев под удар. Это удар, и даже опасный. Еще удар. Один сейв от Алексея Городового. Который тоже буквально... Сегодня. Хороший опасный удар, поворотом 2-0. А вот Егор Цисленко за поворота. Это именно он добил после хорошего удара поворота, хорошего сейва Алексея Городового. И все-таки добивание завершилось. Точнее, молодец, Андрюх. Сколько осталось всего? 3-0 основного матча. Точнее, первого тайма. И я думаю, сейчас дальше. Полите! Бреже! Стрелы прострел поворотом и... Рассчитывал, сейчас будет интересно посмотреть повтор, потому что моменты быстро, что он вообще ничего не заметит. Он что-то уже... Да, я тут проверял чат, поднял голову, идет подача и Андрей разбор. Давай, что ж, вот смотрим сейчас повтор. Сейчас факел очень активно находится на половине поля Рубина. Будет прострел. Еще один удар может быть. Слушайте, если вы включили матч на 40-й минуте, вы это сделали по 2500 на пике минуты 3. Вот и резко контратака. 4-2! 4-2! Игнат, забегай в середину! Даня! Базик! Здорово, Олежа! Опасная атака, сейчас Никита вышел. Начинай, Ера! Двигай! Опа! А вот и здравствуйте, Герман. Герман уже дуэль в этом матче. И всего голевых действий. Бери мяч, играй! Собственно, я, наверное, тебе отдам. Игнат!
тут уже надо Интересно, кстати, да, по факту действительно 4-2-4, можно сказать, схема Рубина. Во втором тайме. Вот это может быть опасно, но не будет. Если бы он начинается, не будет. Никитина. Удар поворотом будет. Браво, браво, Никита. Отличный сейв. Кстати, 23 октября. О, октября, да. 23 января, конечно же. Подача, подача в штрафную, может быть опасно. Удар поворотом и... 3-3. 4-3. 4-3, да, прошу прощения. 4-3. Слушай, ну, 7 мячей в матче. Ну вот, кто может сказать, что матч получается неинтересным? 7 мячей. У нас 73-я минута матча, и уже 7 мячей по два ворота. Контратака у нас сейчас 3-4 идет. Нет, уже 4. Нет, уже нет. Браво, Никита Медведев. Отличный сейф. Очередной раз. Зарапаев мячом. Бросится передача в центр. Дедюля очень сильно бросит передачу. Ну, на Шаваева эта передача прошла. Пенальти, да. По-моему, это Михаил Стрельник, там, да, пытаясь прервать в подкате этот прострел, рукой сыграл. Ну что ж, смотрим. Ой-ой-ой-ой, браво, Никита Медведев. Ну, и не зря. Давайте, включайтесь. Следим сейчас за этим подачей. Германов, оказывается, первым. Продолжается уфайковая атака. Ой-ой-ой-ой. 4-4, вот так вот. Вот это удар, вот это пушка Олега Дмитриева, который буквально несколько минут ранее не реализовал пенальти. Сейчас все идеально. 4-4 на 83-й в матче. Зарапаева их очень много ищет, сейчас он пытается прорваться. Шаваев, 8 номер с мячом в центре. Фазин, уже на левом фланге смещается, Фазин в центр, бьет.